Мое не трогать. Внимание, всем оставаться на местах. Ночной дожор начинается. Месть, часть вторая. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Вкуснятно. Жалко, что так мало. О, ребята, а вы любите сладости? Напишите в комментариях, какие сладости ваши самые любимые. Вот я, например, все люблю сладости. А Данила очень любит чупа-чупсы. Эх, жаль, что уже вечер. А сладостями наедаться на ночь вредно. Придется ждать до завтра. О, привет. А что в коробке? А вот и не покажу. А то ты это съешь. Ой, можно подумать. Я вообще практически не ем сладкого. Ага, оно и видно. А что? Я их спасал, чтобы не испортились. Я прям даже не подумала. А ничего не слипнется, спасатель. Да, спасатель. Что за правило такое дурацкое не есть сладости на ночь? Кто это вообще придумал? Ай. С этим поглотителем сладостей пончиков мне вообще ничего до утра не останется. Что-то надо придумать. Ребята, а вы вообще прячете всякие сладости от своих младших братьев, сестер? Я иногда прячу пару конфет от Ромы, потому что он все слопает, 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 а мне, как всегда, ничего не достается. Если вы тоже прячете сладости, ставьте лайки. Посмотрим, сколько нас таких. В духовку он точно не полезет. Не видно. Нужно спрятать хорошо. Как же сделать, чтобы он съел мои вкусняшки до утра? Кажется, у меня идея. Мое не трогать. Только пусть попробует съесть. Я ему устрою. Пока, пончики, до завтра. Встретимся через 8 часов. Внимание! Всем оставаться на местах! Ночной дожор начинается! О, то, что нужно! Мою не трогай! Ой, как неудобно получилось! Идите сюда, мои сладкие! Да, и разопасливый хомяк. Кроме пончиков, у нее наверняка множество вкуснях. Нужно только провести расследование. Так. Пончики, я иду к вам. Кстати, только посмотрю, что там у нас с подписками. Ребята, наши ролики все еще смотрят 60% без подписки. Как так можно? Погодите, вы же смотрите? Да, вот именно ты. Ты же сейчас смотришь этот ролик. А ну быстренько посмотри. У тебя кнопочка подписаться красная. Обязательно нажми, чтобы она стала серенькой. И ты автоматически становишься нашим подписчиком. Но тебе же нравятся наши ролики, правда? И ты не хочешь их пропускать? Тогда обязательно нажимай. И не забудь поставить лайк нашему видосику. А пока ты подписываешься, я пойду и проверю, как там мои пончики. Пончики и кофе с утра – это двойное счастье. Это еще что такое? Отличное утро. Слушай, а что у нас есть из сладкого? Ты вчера там что-то накупила? Пончики были. Ну да, вкусные. А где покупала? Ты все съел? Видел здесь бумажку с надписью? Какую бумажку? Понятия не имею, о чем ты. Бумажку с надписью. Вот эту. Не знаю, ни разу не видел. Нервная ты какая-то с утра. И вообще, пойду я. А кофе вкусный, спасибо. Не, ну нормально. Спокойствие, только спокойствие. У меня еще остались желешки. Еще были печеньки. Но все, я выхожу на тропу войны. Наверное, было некрасиво съедать все пончики. Блин, ну они такие вкусные были. И вообще, я Юру даже спас. Много сладкого, вредно. Так что зря она на меня накричала. Так, вроде бы все купила. Ну что, начнем?
Итак, смотрим, что у нас тут есть. Там маршмеллоу, калунский, перец чили, желешки, бинбузл, кислятина и, конечно же, лимонный сок. Ах, держись, Рома. Сейчас я тебя накормлю. Начнем вот с этого. Итак, какие вкусы тут есть? Тухлое яйцо, козявки. Фу, блевотина. О, то, что надо. Приятного аппетита, Ромочка. Так, это мои желешки и бинбузл, ясно? Вот такие, голубенькие. Видишь, с пятнышками, не трогай. Они самые вкусные. Не злись за пончики. Не буду я кушать твои желешки. По крайней мере, постараюсь. Какие тут самые вкусные? Но если парочку съем, Ира же не заметит. Ну не пересчитывала же она, сколько их здесь было. Наверное. Отлично. Так я и знала, что конфетные обжоры не удержатся. Начинаем обратный отсчет. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Что это за гадость? Неужели Ире нравится действительно такая мерзость? Фу. Кто победитель? Я победитель. Кто победитель? Я победитель. Вкусненько. Так, только не хватает изюминки. А точнее перчинки. Сейчас я это исправлю. Будет весело. По крайней мере мне. А Рома будет знать, как быть эгоистом и обжорой. Поехали. Вкуснятина. Но думаю, что одного кусочка будет недостаточно. Нужно несколько кусочков и обязательно с зернышком. Ну вот, то, что нужно. Нет, есть я его не буду. Это не для меня. Я думаю, этого для Ромы будет достаточно. Мамочки, кислятина. Как люди это едят? То, что нужно для полноценного десерта. Оставлю их здесь на видном месте, чтобы дополнить вкус зефира. Но это еще не конец моего коварного плана. Идеальное сочетание. И вообще, лимон очень полезен. Рон? Чай будешь? Ага, а ты уже не обижаешься? Я что, маленькая, на такие мелочи обижаться? Ну вот и правильно. О, маршмеллоу, обожаю маршмеллоу. А эти твои желеньки, походу, испорчены. Гадость. Странно. Ух ты, такие мягкие. Месть, часть вторая. Что? Что случилось? Забить! Тебе нужно забить! Сейчас налью водички в стакан с лимонным соком, не трогай! Водички! Кажется, я перестаралась. Ребят, а вы как думаете, не очень я с ним жестоко поступила? Ну, он ведь сам заслужил, правда? Ну, вообще-то, напишите в комментариях, что думаете. На чьей вы стороне, на моей или Ромы? И, конечно же, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, даже если вы на стороне Ромы. Ну что ж, всем пока-пока!